сегодня у нас еще один китайский смартфон, который позиционируется как премиум аппарат и стоит при этом $270. Собственно, это смартфон Yume Digi S3 Pro, и, в общем-то, на бумаге его характеристики действительно достаточно интересны. Сразу скажу, что к китайским флагманам категории C, будем так ее называть, у меня нормальное отношение. Как правило, они стараются предложить как можно больше всевозможных фишек и возможностей за минимальные деньги. То есть за цену какого-нибудь середнячка от Sony или Samsung, в которых, в общем-то, ничего особо примечательного не будет, здесь обещают керамический корпус, пыль-влагозащиту и камеру с модулем Sony IMX586, который ставится сейчас вполне серьезные девайсы. Тот же самый OnePlus 7 или Xiaomi Mi 9 оснащены точно таким же модулем, и фактически их принято считать камерафонами. Но C-бренды не были бы C-брендами, если бы у них все было хорошо и гладко. И вот поэтому мы в этом видео этот смартфон протестируем и постараемся разобраться, нет ли каких-то здесь подводных камней и насколько действительно эти заявленные характеристики соответствуют реальности. Упакован девайс в черную плотную коробку, которая нам как бы должна напоминать о том, что у нас в руках не какой-то очередной китайский аппарат, а премиальный флагман от самого Yume Digi, и даже не то чтобы премиальный, а лакшери флагман. Ну а если серьезно, видно, что на упаковке не экономили, как, в общем-то, и на других комплектных аксессуарах. В коробке вы найдете зарядник, весьма интересный кабель в тканевой оплетке и различную мелочевку вроде конвертика с документацией и письма для пользователей. Внешне смартфон выглядит необычно, у него керамический корпус, как вы видите, он весь такой красивый и переливается. Специально каких-то тестов на устойчивость к царапинам я не проводил, мне на самом деле жалко было портить эту красоту, но поскольку это керамика, я думаю, что он должен быть более-менее стойким к внешним воздействиям, ну, по крайней мере, более стойким, чем стекло и там какой-то пластик, который сейчас ставят везде. Однако есть и негативная сторона всего этого великолепия, заключается она в том, что корпус, ну прям уж очень скользкий. Он постоянно норовит выскочить из рук, и по этой причине, скорее всего, вы будете постоянно его носить в чехле, и всю эту красоту, конечно же, под ним видно не будет. Чехол в комплекте есть, он сделан из пластика, имитирующего кожу. Естественно, ни о какой коже или даже кожзаме говорить не приходится. И, честно говоря, выглядит это, ну, немножечко колхозно. На мой взгляд, не нужно было придумывать велосипед, вполне хватило бы обычного гладкого чехла. Многие зрители уже, наверное, обратили внимание на толщину смартфона. Тонким его назвать, ну, никак нельзя, и на это есть свои причины. Аккумулятор здесь имеет емкость в 5150 мАч. Это самая большая емкость своей ценовой категории, и поэтому смартфон получился несколько толще, чем обычный среднестатистический аппарат. Разумеется, есть девайсы, у которых емкость еще больше, но это вообще очень специфические девайсы, и они в чем-то другом будут сильно отставать. Я имею в виду вот эти суперзащищенные, пуленепробиваемые гаджеты, которыми можно орехи колоть. Ну а теперь немного расскажу о том, почему, собственно, флагман Yume Digi является флагманом исключительно в линейке Yume Digi и стоит существенно дешевле того же Mi 9 или OnePlus 7. Все дело, как вы понимаете, в железе. Здесь установлен процессор MediaTek Helio P70. Это процессор средней ценовой категории, 12-нанометровый, 8-ядерный чип. На мой взгляд, этот процессор и вообще вся новая линейка Helio – это, безусловно, большой шаг вперед для компании MediaTek. Если кто помнит и кто застал такие процессоры, как Helio X25 и Helio X30, которые были жутко неэнергонеэффективными, при этом сильно грелись, постоянно тротлили, а уровень производительности у них был примерно на уровне среднебюджетных Qualcomm. В общем-то, тогда единственной мотивацией ставить их в телефон была их стоимость. Она была относительно невысока, и те же самые Qualcomm стоили гораздо дороже. Сейчас ситуация кардинально поменялось, и помимо всего прочего в пару к процессору поставили еще и новое графическое ядро. Теперь это PowerVR G72. И это графическое ядро позволяет аппарату неплохо справляться со всеми существующими играми. Разумеется, я говорю про средние настройки графики, но тем не менее во все то, что я тестировал, можно играть плавно, без каких-либо просадок. В AnTuTu аппарат набирает примерно 140 тысяч баллов. Geekbench это 1400 баллов в сингл-кор тесте и 5500 в мультикор тестах. Результат далеко не флагманский и находится на уровне среднебюджетных аппаратов. И заметьте, что я не говорю, что этого мало. На мой взгляд, вообще сейчас любой смартфон, который набирает более 100 тысяч баллов в том же самом AnTuTu, способен переваривать совершенно любую задачу. И если этого вдруг не происходит, и у вас где-то что-то подвисает, подлагивает интерфейс или работает недостаточно плавно, вероятно всего проблема не в недостатке вычислительной мощности, а просто в плохой оптимизации софта. Но, к сожалению, этим грешит огромное количество производителей Android смартфонов. Вообще, по части ПО в Yume Digi S3 Pro все без каких-то особых изысков, с
смартфон работает на 9-й версии операционной системы Android. Никаких сторонних оболочек здесь нет, Android здесь голый. Скорости работы и плавности интерфейса, в общем-то, у меня никаких претензий нет. Я тестирую смартфон уже порядка 5 дней. И пока меня все более-менее устраивает, все более-менее быстро работает, никаких задержек я не ощущаю при запуске приложений. Единственный негативный момент, который очень часто встречается в смартфонах китайских производителей, которые в России не продаются официально, это, конечно же, локализация. И этот девайс проблема, к сожалению, стороной не обошла. Какие-то пункты меню могут оказаться вообще не переведены, какие-то переведены, но немного кривовато. Например, в камере есть режим «красивое лицо», что, в общем-то, можно понять, как какой-то режим для портретов и селфи, а есть режим, который просто называется «красота». И вот что понимается под этим «красота», уже понять немножко сложнее. Впрочем, наверное, заметят это в основном придирчивые пользователи, и для большинства проблемы это не будет. Хотя с камерой, конечно, момент в глаза бросается, что уж там говорить. Внутренней памяти в смартфоне 128 гигабайт, изначально пользователю доступно примерно 112, оперативки 6 гигов, и на сегодняшний день я не знаю, честно говоря, приложение, которому могло бы потребоваться больше. Можно закачать всю аудиотеку в память телефона, плюс несколько фильмов, и еще останется место для игр. В общем-то, с памятью здесь все нормально, но если ее будет мало, можно расширить ее флешкой. Кстати, если уж речь зашла о фильмах и играх, то для них важно не только железо, но еще и дисплей. И вот с этим у Yumidigi уж точно нет никаких проблем. Диагональ 6,3 дюйма, разрешение Full HD+, нет воздушной прослойки, а значит углы обзора максимальные. Матрица IPS-ная, защищает ее закаленное стекло Gorilla Glass 3. Царапаться, по идее, стекло не должно, но в Yumidigi перестраховались и изначально наклеили пленку. Но теперь самое главное, почему этот смартфон так заинтересовал многих пользователей интернета, в том числе русскоязычных. Здесь заявлен крутейший 48-мегапиксельный модуль Sony IMX586. Как я уже говорил в начале видео, такой же модуль ставят некоторые флагманы, и в теории камера S3 Pro должна быть весьма неплохой. На практике же качество фотографий и вправду весьма неплохое, фотки получаются яркие и сочные, но, как мне кажется, до эталонных девайсов все-таки не дотягивает немножко качество. При этом чувствуется, что потенциал-то у камеры есть, модуль все-таки здесь довольно-таки серьезный, но вот программное обеспечение не позволяет раскрыть его возможности по полной. Камера не всегда подбирает адекватные параметры экспозиции при попытке сфокусироваться на каком-то определенном объекте. Видео тоже можно снимать только в Full HD разрешении, и никакой оптической стабилизации тут нет. Еще момент, который лично меня порадовал, в этом смартфоне есть модуль NFC, и работает он на удивление хорошо. То есть оплата зачастую проходит с первого раза, и никаких особых проблем с ней у меня ни разу не возникло. Но вообще, при покупке китайфона с Али, наверное, самый главный вопрос, который через какое-то время возникает у любого пользователя, а что будет дальше, как его будут поддерживать, будут ли выходить на него обновления прошивки. Так вот, в случае с Yumidigi, после того, как я достал аппарат из коробки, мне сразу прилетело два обновления. Я так понял, что выходят они примерно каждые 2-3 месяца и фиксят какие-то баги. В принципе, поддержка есть, надеюсь, в будущем она будет сохраняться, потому что смартфон в целом получился интересный, но есть определенные косяки и некоторая сырость программного обеспечения. Но это нюансы. К примеру, я думаю, что камеры все-таки в будущем пофиксят, и локализацию тоже, я надеюсь, пофиксят. Поэтому, если для вас важны премиальные материалы, суперемкий аккумулятор, а здесь он действительно такой, и два дня, стандартные два дня для него не предел, иногда он у меня даже три дня утягивал, при том, что я пользователь достаточно активный, а этот смартфон можно рассматривать как вариант для приобретения.